Мы всех приветствуем. Недельная глава, на этот раз глава Пинхас, как продолжение предыдущей главы, в которой Пинхас наказал почет Творца и прекратил эпидемию, которая охватила народ Израиль, и за то, что он возревновал Творца своего, искупил вину снов Израиля за их распутство, за дочерьми Муава и за поколение с чужими божествами, поэтому заключается с ними союз, союз мира, говорит Творец. Но как обычно, после этих вещей понятно, что есть у нас. Ведь, в общем-то, вся Тора говорит о желании получать, о злом начале, которое полностью собрано внутри себя, в человеке, когда человек ощущает лишь самого себя и не ощущает того, что находится вне его. Мы изучаем это также из восприятия реальности, когда вокруг нас находится высший свет в полном покое, и в нем находится вся информация, вечность и совершенство, то есть Творец, высшая природа. И мы не ощущаем этого, поскольку мы все собраны внутри себя, каждый внутри себя самого, и тогда он ощущает, в общем-то, лишь самого себя. Мы ощущаем лишь то, что происходит внутри нас. Об этом говорит также и Зоар, что вот эти все слепцы, все их глаза вот так вот находятся внутри, смотрят лишь по направлению внутрь. В этом заключается наша проблема. Поэтому вместо светлого, вечного, совершенного мира и света, мы ощущаем нашу жизнь и все то, что в нас происходит. Поэтому наше состояние называется бессознательным, так же, как и человек, находящийся без сознания. Может быть, он что-то и ощущает, но он ощущает лишь то, что происходит внутри него самого, но не ощущает того, что находится вне его. И таким образом наш эгоизм просто закрывает нас внутри. И вся наука Каббала является наукой восприятия. Каким же образом мы придем не к тому, чтобы ощутить самих себя, потому что внутри себя мы ощущаем лишь наше пустое кли, дающее нам такие проявления, картины этого мира. Но каким же образом мы сможем почувствовать высший свет Творца и свет, находящийся вне нас, поле информации, вечности и гармонии? Это является проблемой, потому что мы можем ощутить вещи, как и во нашем внутреннем сосредоточении на нашем внутреннем мире, так же и во внешнем мире, согласно закону уподобления по свойствам. То есть я должен, если я хочу и могу, для того, чтобы почувствовать некое явление, должен находиться на уровне этого явления. Оно должно присутствовать во мне тоже. В той мере, в которой оно во мне присутствует, в той же самой мере я его и ощущаю, скажем, как радиоприемник. Когда вокруг нас находится множество радиоволн, и мой приемник, он создает внутри себя некую особую волну, когда я его настраиваю на определенную волну, и тогда эту волну я воспринимаю снаружи, согласно закону уподобления по свойствам. Так же и мы. Если мы желаем воспринять нечто снаружи, что действительно находится вне нас, для этого нам необходимо исправить себя, чтобы у нас внутри было то же самое свойство, как и снаружи. Вне нас находится свойство отдачи, свойство любви. И тогда наука Каббала обучает нас, как же мы можем создать в нас то же самое свойство. И в той мере, в которой мы даже хотя бы в маленькой степени создадим в нас такое свойство, то мы ощутим, согласно этому, также то же самое свойство и снаружи. И тогда я почувствую и Творца, и высшую силу, которая находится вне меня. Я ощущу себя, находящимся с ним в подоблении, в слиянии. Я начну ощущать это в той мере, в которой я отождествляю себя с ним, уподобляю себя с ним, что называется моей духовной ступенью. И таким образом я буду продвигаться. Поэтому вся наша техника, с помощью которой я должна работать, заключается в том, каким же образом мы внутри себя, как радиоприемник, создаем такие свойства отдачи и любви, какие существуют и снаружи.
И тогда мы воспринимаем ту самую информацию, те самые данные, которые находятся в том поле, которое нас окружает и которое находится вне нас. И мы ощущаем себя не сосредоточенными внутри, а находящимися просто в течение, в потоке высшего совершенного вечного света. И таким же образом, в той же самой мере, в которой мы его ощущаем, мы ощущаем также и самих себя. И поэтому, для того, чтобы мы пришли к этому осознанию, к восприятию этой информации, чтобы мы не находились бы в ней просто как какие-то частицы, но чтобы мы смогли ее управлять и ощущать ее во всей ее глубине и в полноте, мы должны достичь тех самых свойств этого высшего, высокого поля. В личной работе, в личном поиске, в ошибках, в выяснениях. И вся Тора рассказывает нам об этом, как же мы можем это сделать. И действительно, наша работа, она является работой очень кажущийся нам без, скажем, без процесса преднамеренного, понятного и поступенчатого. Это очень подобно тому, каким образом дети развиваются в нашем мире, тоже в таком виде, когда они не знают точно, что же им надо делать, так вот как бы прыгают и бегут и совершают всякие действия. Но мы видим, что результатом этого является то, что с помощью всего этого они достигают уровня человека. И таким образом мы тоже в своей жизни, в духовной жизни, в духовном продвижении поступаем точно так же. Но здесь есть лишь одна ясная тенденция, и она должна быть понятна нам. Когда тенденция является то, что я постоянно должен отталкивать все свои намерения и желания, которые притягивают меня внутрь себя, и приподняться над ними к объединению с тем, что находится вне меня. Тогда что же это такое вне меня? И вдруг я начинаю раскрывать, что действительно вне меня находятся еще такие же люди, как я, когда Творец подобрал для меня таких людей, которые тоже хотят выйти из самих себя и ощутить тот мир, который находится вне их. И тогда мы в состоянии, в нашей общей тенденции, помочь друг другу. Как написано, что один человек должен помогать другому, как написано, что братьев своих ищу я. И с помощью того, что мы объединимся вместе, мы сможем поддерживать и укреплять друг друга, учиться друг у друга. И таким образом мы продвинемся. Поэтому здесь есть работа в группе, когда я отношусь к группе, я в отношении группы, как я в отношении того самого поля, того самого света, находящегося вне меня, Творца. И тогда в группе я могу измерить, как же я могу выйти из себя в отношении к тому, что я постоянно желаю обращаться лишь к самому себе. И эта самая работа является духовной работой человека. Она называется работой Творца. Почему она называется работой Творца? Потому что, желая хотя бы немножко выйти из себя и находиться в любви и отдаче в чем-то, что находится вне меня, я раскрываю, что я не способен на это, поскольку у меня нет для этого никаких средств. Но лишь одно средство у меня находится, когда я с помощью группы и окружения приобретаю стремление достичь той самой отдачи, которая находится вне меня. И сила этой отдачи — это это самое стремление, приобретая с помощью своей работы в группе. То есть это действительно является тем усилием, которое я совершаю, выполняя заповедь «сделаем, услышим». И в этом я могу совершить действие, хочу я того или не хочу, считаюсь ли я с этим или нет, я совершаю действие по отношению к товарищам. И за это я получаю от них впечатление от величия цели.
И тогда я с той самой силой, которую я создал и постиг, уже в состоянии обратиться к Творцу, чтобы Он помог бы мне. Потому что я получаю уже от товарищей ощущения, включающие в себя множество ощущений, к которым я самостоятельно не могу прийти, не могу прийти к отдаче любви, не могу самостоятельно увидеть истину, не могу сам выйти из самого себя. И когда я нахожусь в этой низкой, в этом низком виде, это так и останется, если высшая сила, это самое поле, не засветит мне и не передаст мне воздействие своей силы и своего свойства. Как же я это делаю? С помощью величия цели, которую я получаю от товарища, то есть я получаю от своей работы в группе. В общем-то, очень сложное сочетание всяких ощущений, желаний, чувств, что называется маном, когда с ним в прямом виде. Я к этому, в общем-то, ничего не должен добавлять после того, как я получаю это впечатление от группы. Я должен в таком инстинктивном виде, так же, как я обращаюсь к группе, я должен обратиться к внутренней части группы, где я надеюсь найти это самое поле отдачи и любви, тот самый свет, высший свет. И я его нахожу. И тогда он начинает помогать мне, показывать мне, светить мне, показывать мне свойства отдачи в качестве примера, что же это такое. И тогда я, как маленький ребенок в нашем мире, который учится у взрослого, начинаю учиться воспринимать в себе эти самые формы. И таким образом я продвигаюсь. Поэтому вся наша работа таким образом, вместо того, чтобы сосредотачиваться внутри и думать о том, что происходит во мне и внутри меня, и что же со мной будет, работа должна быть по отношению к ближнему, по отношению к группе, по отношению к обществу. Это то, что показывает нам Пинхас, когда у него была великая зависть. Как же может быть такое, то, что его группа, то есть народ Израиля, они вдруг собираются внутри, среди дочерей Муава, то есть учатся у желания получать ради себя, вместо того, чтобы обращаться в другом направлении, наружу, к любви и отдаче, то есть к Творцу. И поэтому Пинхас — это, в общем-то, Моше. Это продолжение Моше. Когда таким образом эти свойства работают, притягивая человека изнутри наружу, и поэтому Тора показывает нам здесь, каким образом мы должны продолжать нашу духовную работу. Это и называется поклоняться идолам, другим башкам, то есть эгоизму внутри желания получать находящегося в человеке. И поэтому с той самой силой, которая называется Пинхас, этой высшей силой, Творцом, он как бы с ним заключает союз и продолжает в том же самом направлении далее. Человек продолжает развиваться таким образом далее. Каждый из нас раскрывает внутри себя эти ощущения в качестве дочерей Моава и желание получать ради себя эту самую клипу человек должен раскрыть, потому что без этого не раскроется Пинхас и все эти высокие ступени, которые вскрываются именно с его помощью. Поэтому человек должен пройти через все эти состояния. Здесь нечего бояться того, что мы... Главное — это понять, что есть внутри нас все эти данные, методика и высшая сила. Если мы идем согласно Торе, согласно этой инструкции, то, конечно же, мы тогда достигаем того состояния, состояния Пинхаса, когда Творец заключает с нами союз, союз мира. Да. Я хотел бы спросить относительно распутство с дочерьми Муава. Несколько
недельных глав назад у нас говорилось о мужчине, который подозревал свою женщину в измене и привел ее на совет. Также и в науке Каббала. Секс занимает большое место в жизни человека. Прежде всего, секс является средством продолжения жизни. То есть, как и в нашем мире, так и в науке Каббала говорится о продолжении жизни, материальной жизни в нашем мире и духовной жизни в духовном мире. Одно против другого происходит. Из духовного мира, где находятся все силы и духовные действия, которые тоже называют теми же самыми именами, как Зивук, совокупление, Зивук Данышекин, Зивук Данышекин, Исудот, объятия слева, справа, мужчина и женщина, Тхара и Нуква. Против этого есть тоже и любовь, и распутство, и связь, и все прочее. Все эти имена, у которых затем в нашем мире происходит такая трансформация в эгоистическую форму, в духовном мире у этого всего есть форма святости, когда человек берет свое собственное желание получать, исправленное, называемое его нуквой, то есть женщиной, и именно с его помощью, с помощью этого желания получать, он производит действия по отдаче, и те действия по отдаче, которые он создает над своим желанием получать, они называются его по ним нуквоот, схарим, которых он порождает. Также в каждом из наших состояний в духовном у нас есть тхар и нуква, мужское и женское начало. Мы ведь изучаем, что, в общем, у нас есть кли и экран, вот это вот желание. И тогда из экрана к нам приходит обратный свет, Орхозер, согласно величине этого света, к нам приходит прямой свет, Ор-Яшар. Поэтому выходит, что у нас есть лишь одно желание, что тоже называется неисправленной нуквой. Нуквой, женским началом, еще без исправления, до исправления. Желание получать с экраном — это уже начало исправления нуквы. Желание получать с экраном и с обратным светом — это уже сама нуква, которая исправлена. Который наши кли становится подобным Захару, мужскому началу, то есть дающему, когда приходит уже обратный свет. То есть я хочу лишь показать то, каким образом нука, она сама по себе является лишь просто желанием. А с помощью экрана и сокращения, вот здесь вот первое сокращение, экран, а также Орхозер, каким образом она становится Захаром. Она как бы соединяется с тем самым желанием, которое не изменилось, ведь желание остается тем же самым, но с экраном, который присутствует на нем, с обратным светом. Дхар и Нуква объединяются вместе, когда Захар исправляет Нукву, и тогда между ними возникает такое сочетание, когда в них входит высший свет при совершение Зивуга Дака, то есть высший свет, он уже становится Захаром, а все это кли, это не просто так я назвал его исправленной нуквой, по отношению к свету она называется нуквой, несмотря на то, что в этой нукве есть также мужская и женская части. Так же, как и в каждом из нас, есть у нас части в мужчине, скажем, есть части, относящиеся к мужчине, и части, относящиеся к женщине, внутри наших хромосом. И тогда все зависит от равновесия между ними, кем он будет, мужчина или женщина. Но также и мужчина, и женщина должны быть включены внутри вместе. Невозможно, чтобы это было чем-то одним в природе. Это лишь Творец. А мы, творение, должны постоянно состоять из этих двух частей. И так мы, поэтому мы так себя и строим. Ты хочешь об этом что-то спросить? Пожалуйста. Что такое вот это влечение к распутству? Стремление с распутства — это когда я желаю с помощью своей природы, согласно своей природе, получить свет внутрь своего желания. Внутрь своего желания, напрямую. Это вот прямой свет, Ор-Яшар. И когда я получаю его сверху вниз, в прямом виде, несмотря на то, что уже есть запрет на его получение ради себя,
Это и называется, что я в качестве мужчины, как будто бы изначально я являюсь мужчиной, и при этом я как бы иду к проститутке, к распутнице, когда использую желание получать без экрана, без покрытия. Это и означает распутство. Также в этом есть много всяких вещей. Мы видим множество всяких их примеров, как бы кошерных таких примеров, когда она ей платит. Мы проходили это как бы в некоторых предыдущих главах с Боазом. Все это не очень так уж просто, но в общем это называется связь с неисправленной нуквой. Твоя она или не твоя, купил ли ты ее или нет с помощью экрана обратного света. Ведь женщина покупается, как написано, с помощью денег, с помощью приобретения. Является ли она близкой, не близкой, разрешенной ему или нет. Есть много всяких там определений и исправлений в желании получать, через которое она должна пройти. Она может быть нечистая, и еще множество всяких таких этапов, пока не исправляется желание получать, которое превращается в кошерную, пригодную нукву, и когда мужчина может вместе с ней в духовной правильной связи породить новую духовную ступень, что называется сыном. И также это рядом с сыном всегда есть дочь. В Торе всегда, где есть частичка «эт», означает, что рядом есть и дочь. И когда мы видим всякие действия, между действиями есть еще много всяких там вещей, постоянно они как бы рождаются вместе, парами. Ну, еще, пожалуйста. Микрофон. Микрофон передайте. Здесь написано, что Творец, Он заключает союз. Если Творец — это то, что я раскрываю, то кто заключает союз? Ты ощущаешь, что все говорится здесь в отношении человека. Говорится, как будто человек, Тора говорит о Творце. Я говорю вам там и так далее. Как будто бы Творец говорит нечто мне. Что значит, что Он мне говорит? Я слышу? Я слышу. Но кто еще? Я не знаю. Я слышу Творца? Я сейчас слышу, что ты мне что-то говоришь, да? Ты мне это самое говоришь, или я слышу то, что ты мне говоришь? Это? Я слышу. То есть, это я раскрываю согласно своим собственным килим. То же самое и здесь. Свойство во мне, которое является свойством любви и отдачи, которое я уже приобрел, поэтому я внутри себя, этого, внутри этого свойства, подобен Творцу. Или же ты его часть во мне, часть Творца свыше, что называется моей душой. И тогда то, что я ощущаю внутри этой части, я ощущаю самого Творца. И внутри этой части я могу раскрывать его отношение ко мне. Да? Так же, как и в радиоприемнике. Он говорит, он поет, он относится ко мне каким-то другим, иным образом, быть может, с помощью каких-то картинок, запахов, как там пишется, и во многих других формах. Я это раскрываю. Я раскрываю это, когда у меня и у него есть те же самые свойства при уподоблении наших свойств. И тогда я могу сказать от его имени, потому что вся Тора таким образом написана. Вначале создал Творец и сказал Творец и так далее. Так что же называется тогда союз? Что он обещает мне что-то, что я раскрываю, что он гарантирует мне что-то? Если ты сейчас находишься на определенном уровне, Он обещает тебе то, что с этого уровня ты уже не спустишься. Есть такая вещь. Что это значит? Что никогда, не отсюда и далее, несмотря на то, что написано «не верь в себя до конца своих дней», до окончательного исправления, в любом случае от этого момента и далее, он заключает с тобой союз. Что это значит? То, что ты, как это сказать более правильно, что даже после этой ступени будут всяческие спуски, прегрешения, с его стороны он всегда будет тебе помогать.
Это означает союз. То есть, не то, что он тебе обещает, что ты уже все, никогда в жизни, там ничего не произойдет, ты уже такой праведник. Так он просто тогда ворует у тебя твою работу, твои усилия, развитие твоей самостоятельной связи с ним, твою независимость. Но в союзе, как мы изучали, что такое союз, брит, когда мы подписываем его в том состоянии, когда мы находимся в связи между собой, на будущее, когда, если, не дай Бог, что-то произойдет, кто знает там, что может произойти. Ну, понятно, что может произойти, потому что вдруг мое желание получать выскочит, и я не смогу тогда быть ответственным за него, потому что я, в общем-то, действую под влиянием желания. Кто я таков? Поэтому Творец обещает мне, что во всех состояниях Он будет мне помогать. Потому что я прошел сейчас некое исправление, когда мне положена помощь и поддержка. Я сейчас вхожу в такие состояния, когда этот самый союз, я должен, чтобы он был у меня в качестве самостоятельного продвижения, то, что он не ворует у меня независимости. И здесь написано в книге Зоар, в главе Пинхас, а об этом союзе написано так. Затем Творец наказывает Моше, сказано о Пинхасе, вот заключая с ним союз мира, то есть мир от ангела смерти, который никогда не будет властвовать над ним, и не будет он предан суду его, и если возразить, как не умер, он же умер. Однако ясно, что не умер он, не как все остальные живущие в мире, а продлил дни над всем его поколением, поскольку придерживался этого высшего союза. А когда освободился от этого мира, то в высшем устремлении и в подобающем слиянии ушел он от остальных жителей мира. И тогда над всеми этими исправлениями Творец также говорит, что мы снова должны произвести ревизию, то есть посчитать всех мужчин от 20-летнего до 60-летнего возраста, так как и при стоянии в горе Синай. И в этом числе мы видим, что это подобно тому числу. Здесь 600 тысяч душ, здесь у нас 600 тысяч, 6001, и еще там какое-то количество число мужчин от возраста 20 до 60. И сейчас мы делим всю землю также согласно тому, что ты входишь, потому что тебе положено это, ты уже приобрел это. Ты получаешь уже определенную программу, определенный подход, в каком виде ты должен поделить землю Израиля на части, на различные наделы, каким образом это разделение должно происходить. И затем приходит Моше, который поднимается на гору, совершает большие исправления из всех его выяснений, проблем, из-за того, что он включает в себя весь народ Израиля и все их желания, он смотрит на землю Израиля. То есть он самостоятельно является свойством бины. Для него земля Израиля — это, конечно же, она для него уготована, но не то, что он в состоянии продолжать дальше. Но мы как мы знаем, вслед за ним идет Йошуа, которого он назначает после себя, и он также производит большие исправления, потому что, с одной стороны, он поднимается на гору, которая включает все размышления народа Израиля, которые еще не исправлены, и смотрит оттуда на землю Израиля. И вот это вот действие, его взгляд является особым действием Моше в нас, когда так он производит исправление. После этого он уже должен передать это Йошуа бен Нуну, свою должность, и чтобы народ Израиля бы принял его, и тогда снова Творец здесь продолжает объяснять несколько раз, как будто бы, ну сколько же это возможно, снова всякие жертвы на Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Песах, на Шивот, на Суккот,
в Роша Ходыш. И снова, и снова, и снова. Что в этом такого есть, в этих жертвоприношениях? То есть, ну, мы снова и снова должны понять, что все эти жертвоприношения, они являются пожертвованием желания получать, которое было действительно направлено постоянно на получение ради себя. И тогда я воспринимал лишь этот мир и был отключен от того, что находится вне меня. Когда я совершаю жертвоприношение, то с помощью этого я как бы приближаюсь к отдаче, к любви, к духовному, то есть все самые части, которые, о которых я постоянно думал, что они должны быть направлены ради себя. Желание получать ради себя постоянно растет для того, чтобы я смог бы передать его, перевести его на внешнюю отдачу, потому что человек не исправляет, но лишь то, что в нем находится, то, что в нем пробуждается. И таким образом, желание получать из просто своего скрытия, ведь оно скрыто во мне в той мере, в которой скрыт Творец. Когда оно приподнимается, если я его исправляю, то это раскрывает Творца. Если во мне это приподнимается еще больше, я его исправляю снова, и в нем раскрываю еще больше Творца. И таким образом мы постигаем духовное, вот это внешнее, внешнюю реальность из этого желания получать, которое пробуждается ради себя, и мы, именно мы, превращаем его во внешнее восприятие, да. Я желаю задать общий вопрос, который возникает не из этого описания. Из этого описания я вижу, что за то, что Пинхас завидует Творцу, он удостоится какого-то союза, хорошим вещам. Нет, что значит, он ревнует Творца? Он не может выдержать. Эта сила в нас не может выдержать, что есть распутство с дочерьми Муава. В этом проблема. То есть эта сила стремится к связи с Творцом, и поэтому он желание получения ради получения. Второй, более общий вопрос по отношению к этой вещи, которая называется Творцом. Он посещает меня в разных видах. Картина того, что он ревнует, получает за это союз, он постоянно его сожалеет. Написано, что Творец, он милосерден, совершающий добро. Здесь получается, что за то, что человек ревнует, я дам вам союз, а если нет, то он я убьет вас. Да, но ты переводишь это на отношения между людьми, между чем-то... Весь мир это так воспринимает. Это равновесие сил в человеке. Если у меня раскрывается, скажем, человек — это маленький мир, все находится во мне. Если я чувствую, что сила во мне единая, она тянет внутрь, здесь сыны Израиля, и рассказывается о таких неприглядных действиях, те желания, с которыми я уже был в исправлениях, в отдаче, они называются сыновьями Израиля, и вдруг эти сыновья получают отягощение сердца и вошли в связь с новым желанием получать, которое называется дочерьми Муава. Эти мои желания, мои стремления, с которыми я уже находился в стремлении к духовному, вдруг я использую их ради получения, ради материального. Это называется клипа. Клипа — это называется, что я краду у святости. Если я просто хочу чего-то ради себя, то это не называется... Клипа — это то, что должно давать ближнему, Творцу, и обращать это ради себя. Это клипа. И поэтому, когда я обращаю эти желания так на собственную выгоду, потому что пробудились новые желания, которые называются дочерьми Муава, я желаю получить ради себя, я не могу и по-другому, и все-таки во мне пробуждается это особое желание, которое противится этому. Оно ревнует, не может согласиться с этим эгоистическим моим стремлением. Оно называется Пинхас. И тогда, конечно, с этим желанием я могу связать себя с Творцом, и это называется союзом. И с помощью того, что я заключаю союз с Творцом через это желание, над этими моими неисправленными частями, я постепенно тем самым исправляю все, я могу снова произвести расчет, так сколько у меня есть желаний получать, с которыми я могу прийти к отдаче. И у меня уже есть это больше 60 тысяч, то, что называется, и так я продвигаюсь. Спрашивают с той путаницы, которая есть на протяжении всей истории в мире. Есть нужно таких объяснений всяких, что Творец, он там веселый, грустит, наказывает меня. Это вещь. Сейчас нас смотрят, я вот... Я не знаю. Не знаю, что с этим делать.
Это верно. С одной стороны, говорится, что Тора говорил на языке людей. У нас есть такой большой запрет изначально не создавать себе кумира, образа. И Авраам, который основоположник науки Каббала, начинает с того, что он разбивает всех идолов, то есть все это мировоззрение людское, что есть там образы в духовном, что мы вообще в нашем мире тоже должны создавать каких-то кумиров, образов. Нет, все это силы. Так они рисуются в нашей задней части мозга и дают нам такую картину восприятия, не более того. Поэтому мне нельзя представлять Тору в земном ее отображении. Это нельзя выводить простое толкование. Мы не должны относиться так к Торе, а должны продвигаться в верном направлении. Из этого у нас получаются только разные религии, верования и идолопоклонства. Великий сброд, все вот эти ситуации, но неправильная Тора для продвижения и слияния с Творцом. Я думаю, что вся работа, она должна быть выше всех этих образов. Посмотрите, сколько Бааль ха-Сулам прилагал усилий в том, чтобы дать четкие определения в своих текстах, для того, чтобы дать четкое определение каждому духовному явлению, которое не зависит и не связано ни от каких образов и форм, которые мы имеем в материальном, и также наш мир. То, что называется сейчас миром, называется иллюзорным миром. Почему? Потому что те образы и формы, которые мы сейчас ощущаем, это как тень, это как нечто, что кажущееся мне, что существует. И я, и ты, и все эти предметы. Насколько это кажется? Ну что, я чувствую это? Это же понятно, что я держу, я обоняю, осязаю. И мы не понимаем, что все это рисуется лишь в наших органах чувств, не более того. И поэтому перевести себя над временем, над расстоянием, над пространством, все эти пять органов чувств, подняться над этим, это прежде всего. Прежде этого мы ничего не знаем из истины, всегда будем заблуждаться, поэтому первое условие в учебе, в продвижении, оно заключается в том, что мы, ну, хотя бы не думать об этом мире, потому что Тора ни на единую секунду, нигде, ни в одном месте, ни на йоту не говорит об этом мире, ни о том, что ощущается в наших органах чувств. И это обязательно. И тот, кто представляет себе таким образом, он просто вызывает трагедию на себя и задерживает себя от истинного продвижения. Да. Мы можем привести множество цитат на эту тему. Одно краткое. В книге «Зоар» написано в главе «При подъеме», не подобно этому Тору, у него есть тело и заповеди. Это тело облачается в облачение, называемое рассказами этого мира. Глупцы в этом мире не смотрят ни на что, кроме этого облачения, которым является история Торы, и не знают большего, и не смотрят на то, что находится под этим самым облачением. И Бааль ха-Сулам пишет об этом тоже в предисловии к Талмуду Сефирот, что есть очень строгое условие при занятии этой мудростью, чтобы не обеществляли бы эти вещи с помощью разных материальных образов, когда этим самым нарушают заповедь о запрете создания идолов, потому что вместо этого получают вред вместо пользы. Прекрасно, да. И у нас есть еще в течение этой главы рассказ о дочерях Целофахада, когда они жалуются Муше, чтобы всем раздал наследство, а наш отец умер. Это очень тяжело. Я не думал, что ты будешь читать это. Это трудно объяснить. Что называется остаться без отца, без мужчины, без мужа?
и потребовать то, что относится к нукве, к мужской части. К ней принадлежит земля, земля — это желание, и желание может произрасти и урожай. То есть ей положено какой-то надел. Ну, прочитай. Может, прочитаем из Зоара, и таким образом поймем. Несмотря на то, что его мать и отец покинули этот мир, радость этого человека охватывает всех участников. Ибо уже изучалось в то время, когда человек делает участником своей радости Творца, Творец является в райский сад и берет оттуда его отца и мать, являющихся участниками вместе с ним, и ведет их за собой к этой радости. И все они находятся там. Но люди не знают об этом. Однако в несчастье человека только Творец находится с ним, не сообщая отцу и матери его. Как написано, «В беде моей воззвал я к Творцу, и мольба моя к Богу моему». Я могу прокомментировать это, но чтобы вы поняли, это то, что происходит с нами обычно. У нас нет преодоления. В тот момент, когда нет преодоления со стороны себя, я называюсь женщиной. В тот момент, когда я объединяюсь с кем-то и получаю от него силы преодоления, он относительно меня называется мужчиной. И поэтому, если есть у меня возможность, если есть у меня основа какая-то и поддержка достичь земли, потому что я могу объединиться, скажем, в группе с товарищами, с чем-то, с какой-то внешней силой, и привлечь, вызвать оттуда пробуждение, стремление, поддержку, то не полагается во имя будущего, но это требование все-таки должно быть с основой, с чем-то. Здесь нужно еще войти внутренне и посмотреть, что и почему происходит. Мы еще поговорим об этом. То есть, что мне нужно показать Творцу, что есть у меня такая связь, мне необходимо с окружением, для того, чтобы наверняка я был бы обеспечен ему, но это себе, что даже я сейчас состою из желания получать, я могу обрести желание отдавать от окружения и могу добиться успеха с его помощью. Это мы должны выяснить с помощью статьи о группе Рабаша, но, в общем, говорится об этом. И каждый из нас, конечно, находится в таких состояниях, если он уверен. То есть здесь говорится об очень сильном человеке, что даже если он находится в желании получать, он уверен, что у него есть как обрести это преодоление и как обработать ту землю, которую он получит. То есть желание. Земля — это желание. Эрец, рацион. И достигнет отдачи. Да, Урон. Вы говорили прежде о том, что в этой главе рассказывается о том, что Моше, которому Творец говорит подняться на гору и посмотреть на землю Израиля, он не удостаивается туда войти, в землю Израиля. Когда смотрим на эту главу, это пробуждает во мне как бы чувство какой-то несправедливости, который был Моше с самого начала. Ты закончил работать с этой силой, ты не можешь исправить больше ей ничего. Эта сила в тебе, которая называется Моше, ты реализовал ее, ты сделал с ее помощью все, ты больше ничего не можешь с этим сделать. Ты сейчас как бы передаешь силу Моше в другую силу, которая относится к желанию земли Израиля, то есть исправить Израиля. Это свойство бины, абсолютный хафец хесед. И она не может быть в связи с Малхут, находится над Малхут. Эта сила поднимает человека
наверх, выше желания получать его. То есть мы находимся в желании получать Малхут, и с помощью Муше, сила в нас, мы поднимаем себя на уровень Бины, поднялись на уровень Бины, сейчас мы должны с уровня Бины снова вернуться в Малхут, и вместе с Малхут, когда мы будем работать, мы поднимемся от Малхут к уровню Кетер. Это называется возвращение из любви на уровень Кетер. Это Малхут. Здесь поднимаемся с помощью Муше. Все, закончили эту работу. Сейчас мы опускаемся. Это уже не сила Муше. Это сила, которая поднимает нас на уровень Бины через пустыню. Пустыня, Мидбар. Все, сейчас мы опустились в землю Израиля. Это Иешуа. А затем, когда мы захватываем всю эту землю, это не сейчас, это еще есть у нас изгнание, мы достигаем полного избавления Кетера, да. Поэтому тут есть войны в земле, не только войны, есть первый храм, второй храм, есть очень-очень много разных проблем. Этот период, это вся наша реальность в земле Израиля, который был от вхождения, от захвата земли и до второго разрушения второго храма и выхода изгнания из земли. А сейчас, когда мы находимся, мы поднимаем себя, как бы снова возвращаемся в землю Израиля в разбитом состоянии, в страшном состоянии, и поднимаем сейчас себя к Кетеру. Это уже Машиах. Да. Когда все соберутся в земле Израиля, что же будет с Моше? Что с ним происходит? Это те силы, которые находятся в нас. Но что с ним происходит? Ведь все входят. Он находится внутри силы Иешуа. Каждая следующая ступень, она содержит в себе все предыдущие силы. Предыдущие ступени, силы. Так это происходит. Поэтому самая большая сила называется Машиах. Он содержит в себе все силы подъема, все вспомогательные силы, которые у нас были, которые мы собрали за всю историю. Да? Ну, пусть еще кто-то спросит. У меня есть вопрос, я не знаю. Когда прежде вы сказали, что женщина — это кли, у которого нет силы преодоления, да? И ему не нужно объединяться с группой. Это в нас, такая сила, которая в нас, она требует экрана и преодоления. А если мы говорим о Муше, или каком-то другом, кто не является женщиной, так здесь говорится, в общем-то, о той силе в нас, которая называется женщиной, которая уже получила силу преодоления. В чем вопрос? Ты можешь сказать? Если у тебя нет вопроса, нечего вставать. Вопрос. Вопрос. Каждый раз, когда возникает какое-то имя мужское в Торе, говорится ли это о том, что было это состояние, когда уже получил силу преодоления? Да? Хорошо. В этом вопрос. И еще далее, если он получил силу преодоления и состояние женщины, то здесь, в общем-то, он входит в молитву многих. От силы женщины приходит молитва Маас, а с помощью Хисарона, с помощью мужчин достигается свет. Каждый раз, когда я слышу мужское имя, я должен получить у меня такое, получить себе такое ощущение, что там находится эта молитва. Это не важно, что ты получишь, ты получишь. Да. Почему именно Йошуа бен Нун из всех остальных, из всех, кто мог продолжать путь Моше? А почему Моше?
потому что там увидел горящий куст, или что, он пожалел какого-то ягненка, что произошло с ним, скажи. Он вырос в доме фараона, был у Итро, был там 40 лет, тут 40 лет, и после 80 лет, где провел, тут и там, пришел к евреям, говорит, я что, хочу быть вождем? Ну, скажи мне, почему? Мы должны смотреть на эти силы изнутри, тогда ты увидишь, откуда исходят эти силы. Вдруг, а Моше ты не спрашиваешь. Это еще более непонятно. Вырос в доме фараона, чему он научился там? Потом рос в доме Итро 40 лет, чему он там учился? И приходит что? Быть таким лидером, больше которого у нас до сегодняшнего дня нету? Нет большего, чем Моше. А ты спрашиваешь, а Иешуа? Иешуа — это его ученик, его продолжение. Это сила, которая родилась от Моше в пустыне и родилась в том, что служил другим, служил народу. То есть это буквально продолжение Моше на отдачу, на привлечение. Сам Моше не мог этого делать. Кто делал действие отдачи от него, это Иешуа. И поэтому Иешуа, он продолжает это действие отдачи. В Иешуа был помещен Моше, это силы бины. Иешуа, это как бы он давал ученикам, народу, всем, поэтому и это сила продолжающая. Да. Говорят, что Моше всегда его сравнивают во всех статьях с точкой в сердце, которая развивается да. в Египте. В особенности мы говорим об этом выходе из нашего эгоизма, который называется Египет, через пустыню к бине, пока не достигаем бины, да. И это действительно вопрос про Иешуа. Что это за свойство, которое продолжает ту самую точку в сердце? Иешуа уже относится к желанию Моше, он над желанием, он абсолютная отдача. Иешуа уже относится к желанию. Вместо того, что мы рисуем здесь, может быть, будет легче, если мы изобразим подъем вот в этом направлении, без вот этих всех. Поднимаемся сюда, к бине. Сейчас к уровню бины присоединяем землю Израиля, желание Малхут, и вместе с ней поднимаемся к Кетеру. Если ты хочешь так, может быть, тебе так удобней. То есть не опускаемся и поднимаемся, как бы. Пусть будет так. Зависит от того, что ты хочешь выделить в этом рисунке. Да, что там есть? Эфи из Петахтиквы спрашивает, обычно следующая ступень человека называется его сыном. Что же здесь? Иешуа считается следующей ступенью Моше, а не его сыновья. Бина не может рожать сыновей, это сила отдачи. И только. Это Хафец Хесед. У него нет продолжения от себя, но то, что берут от него другие... Они вбирают в себя и продолжают. Okay. Да. Откуда у человека здесь есть сила обратиться к Творцу и пообещать ему, несмотря на то, что сейчас он не может преодолеть, затем он преодолеет? Я сказал тебе, что за один раз это трудно объяснить. Это вопрос очень чувственный, и мы найдем эти вещи в статьях Рабаша о группе. Я сказал, что обещание и поручение относительно Творца, когда я прихожу, говорю, да, мне причитается, хотя я нахожусь в желании получать, но я уверен, что я смогу преодолеть его, и мне полагается получить эту землю, то есть возможность работать в духовном. Благодаря чему? Благодаря тому, что у меня есть поддержка группы. Я часть народа Израиля, хотя я и женщина, но я часть народа Израиля. И названия их, имена их объясняют там кое-что. Будем изучать это. Ты помнишь, есть Цельфахат, Цлавхат, все эти такие особые названия, мы это будем изучать, но поддержка группы дает тебе
такого покрытия, силу прийти и потребовать то, что тебе причитается, продвижение в желании получать. Хотя ты сейчас женщина. Что такое женщина? Женщина, ребенок, начинающий в группе. Если ты уверен изо всех сил, что ты вбираешь их в себя, и ты опускаешь себя, нейтрализуешь себя перед группой, это называется женщина, состояние катнута, женщина, дети, рабы, такие состояния, то тебе полагается таким образом, но ты приводишь связь с народом Израиля, потому что откуда они приходят? Они приходят из колен. Но сейчас как бы не остается из этих колен мужчин. И приходят силы женщин. На этом мы закончим недельную главу. Эта недельная глава «Взор» очень богатая, очень сильная. Это огромная мощь, потому что это продолжение. Моше — это ступень еще выше. Пинхас — это очень большой. И «Взор» — это раскрывается в Торе. Может быть, мы не совсем это видим, но мы будем изучать это пока что. Шаббат шалом и споем песню. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.